«Мечты не купишь» – так звучит лозунг масштабного фестиваля Dream Flash. Здесь каждый может окунуться в детство и зарядиться позитивом о том, как прошло это мероприятие в городе Чебоксары. В сюжете Евгении Егоровой. Яркие костюмы, добрые улыбки, радостное настроение и куча мыльных пузырей – это главные критерии самого яркого весеннего праздника – фестиваля мыльных пузырей под названием Dream Flash. Каждый год главная улица нашего города устилается мыльными пузырями. В этот день сотни нарядных чебоксарцев в красочных костюмах дарят чудесное настроение всем прохожим. По словам организаторов, идея фестиваля зародилась в Москве еще в 2006 году. И вот уже 7-й год подряд праздник мыльных пузырей проходит во многих российских городах. Совершенно разные люди, разных политических взглядов, вообще совершенно разные. Разных возрастов приходят на наши мероприятия, запускают мыльные пузыри, то есть идут огромной толпой с хорошим настроением через весь город и получают, наверное, от этого какой-то позитив. По традиции все желающие собрались в сквере Чапаева. Среди участников можно было встретить сказочных персонажей, супергероев и просто хороших, добрых людей. Я пришла на этот праздник, на Dream Flash, первый раз. Мне здесь очень нравится. Мне кажется, на мой взгляд, это для многих это возможность самовыразиться, быть не таким, как все, быть ярким. Но мне хотелось, чтобы это мероприятие было еще более масштабным, веселым, ярким. И чтобы больше людей знало об этом и приходило сюда каждый год. Мы здесь уже третий год приходим, так здорово, много новых лиц, нам очень нравится. Хотя все пока круто. Они немножко не соответствуют, да. Но благодаря веселой музыке, хорошему настроению, ярким нарядам, да, все такие, нам все очень нравится. Веселые, позитивные. К сожалению, в этом году случилось и непредвиденное. В конце фестиваля перед Чувашским драмтеатром полиция задержала нескольких участников. Задерживали людей в костюмах. За то, что они ходят, видимо, в костюмах, заставляли снимать маски, снимать грим. Вот. У нас очень ребята заволновались из-за этого. В группе очень много людей отписалось, просили там объяснить, почему это так было, почему вообще так произошло. Вот. Мы, конечно, старались помогать всем, кому можем, в полиции. Задержанные написали объяснительные. Естественно, прошли, все-таки с полицией спорить не стали. Вот. Написали объяснительную по 51 статье Конституции, что против себя свидетельствовать не будем, и сейчас ждем уже приглашений в суд по этому поводу. Вот так вот весеннее позитивное мероприятие оборачивается проблемами для нас и для наших участников. Вот как прокомментировали ситуацию в пресс-службе МВД. 19 апреля в Чебоксарах состоялись массовые молодежные акции Dream Flash. На обеспечение правопорядка были задействованы сотрудники полиции. В ходе проведения массовых молодежных акций групповых нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий не допущено. В то же время в дежурную часть поступило сообщение телефона от гражданина о том, что на проспекте Ленина шествие создает затруднения проходу граждан и проезду автотранспорта. Для проверки сообщения были опрошены несколько человек, и в настоящее время по данному факту проводится проверка. Несмотря на это, участники фестиваля все же получили массу положительных эмоций, сделали хорошие фотографии и приобрели множество новых друзей. Но при проведении подобных мероприятий все же не стоит забывать о комфорте горожан. Евгения Егорова, Расиль Мухаметов, Республика.